По традиции начинаем выпуск с прогноза погоды. Правда, сегодня без эксперта. Профессор Тверского университета Наталья Сердитова в командировке, поэтому опираемся на данные гидрометеоцентра. Итак, тепло постепенно возвращается, солнце сквозь дождь. Так можно обозначить характер погоды на этой неделе. Грозы прогремят уже во вторник, так что не забываем зонты. Кратковременные дожди синоптики предсказывают в ежедневном графике. Температура воздуха нормализуется до июльской нормы. По ночам ожидается от 12 до 17 градусов, а днем от 19 до 25 градусов тепла. Дожди прекратятся к выходным. Солнечными будут суббота и воскресенье. Но в последней декаде июля установится стабильная жаркая погода. Так что немного терпения, впереди вторая половина лета, а мы продолжаем выпуск.